Люди многие годы мечтали о том, чтобы парить над землей или над водой. Именно сегодня, в рамках празднования юбилея Москвы, мы видим с вами такой, для кого-то новый, но действительно чудесный вид спорта, который называется «Флайборд». Сейчас осуществляется прогрев двигателя. И друзьям за большой свет Юрий Бежой! Я действительно
будет буквально 15-20 минут на тренировку, после чего будет данный старт соревнований. Thank you.